На сцене Василиса Щегельская. У тебя такое редкое, красивое русское имя. Ты что любишь делать? Петь, танцевать и немножечко делать уроки. Мамочка твоя чем занимается? Что она любит? Она любит мыть посуду, готовить, кушать. Ты будешь поздравлять маму или еще кого-то? Маму. Что ты исполнишь? Песню «Семечки». Василиса Щегельская. Песенка «Семечки», а помогать ей будет Ярослав Проценко. День прошел, в пути другой, лишь Семен со мной одной. Вот так с миленьким вдвоем громко семечки грызем. Семечки, семечки, в мешке принес их Сенечка. Летом ночка коротка, съели только полмешка. Вот уж солнышко встает, я грызу, и он грызет. Падает пара газу, он грызет, и я грызу. Семечки, семечки, зачем теряю времечко? От такого жениха сидит только шелуха. Наши парни молодцы, дарят милым леденцы. И я ж несчастная одна, лузгать семечки должна. Семечки, семечки, смету с крылечка венечка. Вижу, Сеня из ворот снова семечки несет. Сделал предложение, приходи.